С каждым годом растет иммунизация населения. В этом году планируется привить от гриппа 50% жителей района. Пока план выполнен на 46%. Привиться еще не поздно. Тем более поступила дополнительная партия вакцины Ultrix Quadri. Рассчитана она в первую очередь на людей в возрасте от 18 до 60 лет, работающих в сфере обслуживания, торговли и общепита, а также лиц с хроническими заболеваниями. Вакцина безопасна, она расщепленная. Вакцина не вызывает каких-либо побочных эффектов. Самое распространенное – это небольшое, минимальное недомогание, болезненность вместе инъекции. Больше побочных эффектов мы пока не зарегистрировали у данной вакцины. Мы хотим пригласить всех устюжан, которые еще не сделали прививку против гриппа в текущем сезоне, на иммунизацию в городскую поликлинику, в прививочный кабинет, который работает с 8 до 16 часов. В прививочном кабинете каждый день принимают от 70 до 100 человек. Мало кто хочет заболеть на праздниках. Для некоторых устюжан уже сформировалась привычка каждый год прививаться. Александр Филинский посещает этот кабинет уже 5 лет и за это время гриппом не болел. Я сейчас поставил прививку от гриппа, чтобы не заболеть. Вы сходили, привились, а как у вас семья вообще относится к этим прививкам? Все привитые. Ставили прививки, вот не было там осложнений, вот многие этого боятся, что можно осложнения какие-то получить. Не было. Подтверждают его слова медицинские работники. За все время прививочных кампаний они не фиксировали серьезных осложнений и побочных эффектов, кроме допустимых. Но от прививки никогда человек не заболеет. Прививка не направлена на это. То есть много очень вирусов, различные этиологии, не связанных абсолютно с прививкой. Всякие ОРВИ. Прививка именно вот направлена на предупреждение осложнений. Единственное, что может быть, это болезненность, припухлость, покраснение в месте укола, но и общая слабость, недомогание – это допускается, но заболеть никто не заболеет от прививки. Врачи рекомендуют устюжанам, в первую очередь тем, кто занят в сфере обслуживания, посетить процедурный кабинет. Прививка остается самым эффективным средством профилактики от гриппа. Степан Крижановский, Антон Карев, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».